что-то сломалось, что-то пошло неправильно. А именно, все пошло в разнос. Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем вам индексацию. Вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. Это сообщение премьер-министра Российской Федерации пенсионеркам из Крыма. Вот как он это рассказывает. Пенсиями можно заниматься по стране. Значит, мы не можем сделать только в одном месте. В одном но месте вы сказали, индексация, где она там прямую индексация? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Вот мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Медведев изумительно честен для политика. Без экивоков, без лжи. Он говорит то, что есть. Денег нет. Найдут деньги? Дадут пенсионерам. Не найдут? Не дадут. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А мы-то думали, правительство организует процессы. Мы-то думали, Россия самостоятельная и почти суверенная страна. И что горизонты будущего и архитекторы, которые строят наше будущее, сидят у нас в Кремле и в правительстве. Но это не так. Внимание, правительство может случайно найти деньги. Оно ищет. Но что-то пошло не так. Денег теперь нет. Причину мы не знаем. Мы знаем, что пока нет, а когда будут? Но когда будут, тоже не знаем. Не мы пишем планы. Крысы приходят вечером на помойку. Бывает, есть еда. Бывает, поменьше. Бывает, нет вовсе. Как повезет. Кошки залезут в мусорные баки. Копают что-то там деловито, когтями рвут. Другой раз повезет. Ну, они не знают, когда повезет. Глядишь, сытая, глядишь, другой день. Голодная. Собаки рвут пакеты на помойке. Лапами что-то, мордами пинают, толкают. Что-то такое. Смотришь, хвостом крутят. Нашли. А другой день ничего не оказалось на помойке. Ну, голодные. Но ни собаки, ни кошки, ни крысы не управляют помойкой. Поэтому и надеяться на везуху свою. А мы, например, с вами решили реально управлять процессами. Строить будущее более-менее с горизонтом. Понимать, что будет. Мы решили узнать, будет корм на помойке или нет. В какой день будет больше, в какой меньше. И почему. И кто управляет помойкой? Ответ. Помойкой никто не управляет. Движение корма на помойке стихийное. Оно зависит совершенно не от нас. Наличие корма на помойке определяют другие, чужие нам люди. Безразличные по отношению к нам люди, которым плевать на наши горести и заботы. Когда другие чужие люди захотят побольше мусора в помойные пакеты свои бросать, у нас посытнее жизнь настанет. А станут экономить? Ну, поголодаем. Ничего страшного. Вот так мы строим свое будущее. Вот так мы определяем архитектуру. Глядим сквозь века. Нам надо перетоптаться. Нам надо переждать. Мы много раз пытались построить что-нибудь рядом с помойкой или на месте помойки. Получалось одно и то же. Рискованно. Не факт, что получится. Чего дергаться? Лучше перетопчемся. Так что потерпите сколько-то. Мы не знаем сколько. Деньги будут? Дадим. Хорошего вам настроения и здоровья. Всего вам доброго.